Сделать все, чтобы ребятам и коллективу было удобно и комфортно учиться в их любимой школе. Именно такое поручение дал губернатор Сергей Морозов годом ранее. Речь шла о ремонте средней школы номер 31 имени Героев Свири. Тогда же была подготовлена проектно-сметная документация. За преображение школы ремонтные бригады взялись в конце мая. По сметам ремонт, капитальный ремонт стал примерно 42 миллиона. В этом году на ремонт школы выделено из регионального бюджета 19 миллионов и 1 миллион из муниципального бюджета. Всего 20 миллионов. Прошли торги, и в начале мая был подписан контракт на капитальный ремонт школы. Масштабы ремонтных работ в школе, которая в этом году отмечает 52-ю годовщину со дня открытия, впечатляют. Ремонт спортивного зала, замена электропроводки, отопление и многое другое. Кстати, директор принял непосредственное участие в разработке дизайна школы. Будут заменены трубы и радиаторы во всех рекреациях и коридорах, плюс в крайних двух кабинетах здания на всех трех этажах. Кроме того, будет заменена отопительная система в спортивном зале. А кроме ремонта или замены отопительной системы, планируется замена электропроводки. Следом за зданием благоустроят и пришкольную территорию. По плану к 2019 году отремонтируют школьный дворик и спортивную площадку. Для удобства учащихся принято решение ремонт ускорить, чтобы успеть к 1 сентября. Будет благоустроено футбольное поле. Заново будет обустроена полоса препятствия на резиновой основе. Кроме того, будет обустроена площадка для игры в баскетбол и волейбол, которого нет в школе. В ближайшие недели подрядчик планирует завершить штукатурные работы в рекреациях. Следующий шаг – заливка полов, шпаклевка стен и монтаж новой системы отопления. Александра Волкова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».